Здорово всем! Проект экскаватора. Вот у нас мотоустановка с гидронасосом. Теперь этот вентилятор должен куда-то дуть, чтобы охлаждать мотор. Чтобы охлаждение мотора было максимально эффективным, мы сейчас будем делать огромную рубашку алюминиевую с кучей лепестков. Сразу пойдем искать материал и пустим стружку. Материал нашелся. Алюминий D16T, диаметр 54. Покупал на диски. Пустим на радиатор. Черточку вот так. Теперь на фрезерный станок пилить ребрышки. Установил заготовку, поставил большую пилу, вернее дисковую фрезу. Сейчас будем все это нарезать. Блин, мотор сдох у фрезерного станка. Охренеть. Вот успел сделать вот такую картину. Придется разбирать станок. Разборка показала, что крякнул мотор. Вот тут потемнела одна обмотка. Воняет ужасно. Видимо, сгорело. Блин, так вот пилить на маленьких оборотах большим диаметром фрезы.